Всем привет, блядь. Ладно. Всем здрасте, нахуй. С вами Брайт. И это шестая часть. Вы заметили? У меня новый звук. Манна небесная. Я обещал. Да, я сдержал свое слово. Я красавчик, блядь. Начнем, нахуй. Шестая серия. Этого петухоголова. Прошлый, значит, мы спасли вот это вот, видите, внизу, блядь, вот эта морда, нахуй. Обнаглевший цыган китайский, блядь. Вот спасли мы его, значит. Он хочет быть героем. И он думает, что у него это получится. Ну что ж, дадим ему попыточку. Вот, значит, за него на пиратском уровне есть уровень. Давайте. Привет, блядь. Ебучая эта китайская жопа. И знаете что? А то, что, сука, я, блядь, записывал, нахуй, этот ролик только что, блядь. Игра вылетела, нахуй. А до этого я, сука, 50 раз умирал, блядь, возле этой мрази. Давай, блядь. Привет, ты не Билли, но я думаю, ты сможешь оказать мне услугу. Пока я шла к тебе сюда, ебучая ты сука, я попадала в воду, блядь. Я попадала, сука, везде, где можно, я рассыпала все свои синие эмблемы, нахуй. Давай ты мне поможешь, а взамен этого я дам тебе одну красную. Ты будешь доволен, она почти как настоящая. Ты же ебаный китаец, ты скорее всего меня даже не поймешь. Хотя хуй знает, ты наверное с Алиэкспресса заказываешь вещи и думаешь, что они оригинальные. Так что, давай, окажи мне услугу. Шайтан ты, блядь. Я так уж и быть. Отъебусь от тебя. И дам тебе то, что тебе так надо. А нам надо нахуй 40. Нихуя! 40! Ебать, и за сколько это? Она даже не сказала. 2 минуты! Пиздец. Ну охуеть! Нихуя ты тварь, блядь. У меня ж голова закружилась, блядь. Да, мы слышали твои истории, как тебя тут по дороге монстры в очко выебали нечаянно, блядь. Но об этом она, скорее всего, нам и не рассказала. Но я уверен, вот так вот посмотрите на этого голубя, блядь. Ебать. Так, блядь. 2 минуты, ну понятно, блядь, что ты совсем зажралась уже. Что за испытание, нахуй? Я тебе не флеш, блядь, а просто маленький цыпленок, блядь, который сейчас по дороге нападается, нахуй, не хочу. Давай! Так, надо сконцентрироваться, блядь. Помню, сука, как я тут, нахуй, мучился. Ну охуенно, блядь! Ебать, и чё так... А давайте так, нахуй, пройдем. Ну, покатились. Сука, разговаривать надо, конечно, блядь. Интересно, а заборчик можно тут обойти или что? Если это можно сделать, то это заебись. А нельзя? Ну-ка, давай. У-у-у, он маленький, это поможет ему. Ну-ка. А нет, ахуй, похуй, покатаемся, блядь. Давно мы этим не развлекались. Вау, охуенно. Так, утони ты уже, сука, суицидник. Это с яйцом почему-то проходить надо. Почему он не может брать эти монеты руками, блядь? Они у него большие, как его голова. Да-да-да. Давай быстрее. Так, хватаем, блядь. Так, аккуратно, нахуй. Я не знаю, стоит ли вообще по этой дорожке хоть что-то собирать. Может так просто ради своей безопасности ничего не трогать? Или как-нибудь аккуратненько. Ну, пожалуйста. Ну, красава. Так, теперь в эту. Охуенно. Вот тут у меня, сука, и зависло, блядь. Не дай бог, это снова станет. Ебать. Новое яйцо. Давайте возьмем его. Что оно дает, блядь? Так, давай. Быстрее! Время, блядь. Нихуя, на скорость. А ну, давай. Надеюсь, в этот момент ничего не... Нихуя он разогнался. Давай, вот это нам поможет. А нет, с яйцом он катится так же, блядь. Ну и нахуй тогда этот бонус, если он ничего не дает.
Так, давайте разгоняемся. Нам целых 40 надо. Ты, блядь, цыганка тебя проклянет, если ты не соберешь их. Цыгане, это страшно, блядь. Так, еще 20, столько же, блядь. Думаю, мы успеем, целая минута. Ебать, как видели, видели? Прям в последний момент, нахуй, не знаю, что вообще. Так, тут главное не упасть. Ебать, тут все опасно так. Ну, блядь, ради одной. Похуй, одну не собрали и хуй с ней. Давайте собирать остальные. Так. Так. Вот эту, она нам дает 5, но мы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Охуеть, 10 раз ударить, чтобы получить 5. Ладно, может это компенсация за то, что она просто в одном месте расположена, не придется далеко бегать. Так, нам еще 4. 4 это мы сможем, блядь, по-любому. Оп. Так. Главное не упасть, ну пожалуйста, блядь, я тебя начну уважать, если ты не пизданешься. Маленькая ты тварь. Так, еще одну. И 8 секунд. Вон она! Хватай! Красава! Сука, блядь! Хоть я не гей, но был бы им, я бы тебя, сука, поцеловал, блядь. Цыганка, привет! Я принес тебе твои ебучие штуки. Ух ты, молодец! Я бы, видимо, заебалась их собирать, сука. Ты прыгал прям как мышь. Ну что ж, я сдержу свое обещание. Не дам тебе нихуя. Ладно, я пошутила. Смешные у меня шутки, не правда ли? Вот тебе твоя поеботина. А мы тем временем... Вау! Супер, блядь, давай заберем. Вот он как радуется. Ему очень нравится такой подарок. А я очень рад тому, что ты, блядь, больше не... Ну не буду сейчас за него играть. Нам целую локацию новую, наверное, проходить. За Билли. Так ведь? Дальше идет новая локация. Да, я понял, что четверка, нихуя, впервые в жизни, блядь. То тройками кормят, то четверочка. Так, 18, это уже совершеннолетнее число. Так, тут нихуя нет. Тут тоже, наконец-таки, блядь, я ненавижу этот остров. Ага, вот. Уровень. Опять! Блять, ну и сиди ты нахуй там. Браконьерство дело такое, блять. Браконьеров никак не остановить. А ты чё, блять? Это твои друзья, иди их выручай, я-то чё тут? Я просто гуляю. О, новое яйцо, давай возьмем, нахуй. Оп, ебать оно какое красивое, блять. Наверное, какой-нибудь тату-мастер нахуй рисовал сам. Надеюсь, ему за это заплатили, потому что дизайн реально охуенный. Благо не на время, потому что везде я не люблю миссии на время. Это мерзко! Зачем торопить меня, блядь? У меня и так проблемы, нахуй, с координацией. Неважно, там направление движения, блядь. Просто направление чего-нибудь. Я везде путаюсь. Меня еще и гнать за это будет. Ну, это нахуй никуда не годится. Так, пошли сначала туда. Угу, вон один сидит там. Давай, собственно, посмотрим, в чем его проблема. Одна шапка. Эй! Мало ее новое яйцо! Сука, блядь. Я так и не узнал, что в нем, блядь. Если кто знает, напишите в комментариях. Вот там что-то охуенное. Я так и не узнал из этой шапки ебаной, блядь. На цепи ее должны держать. Кого хрена она так гуляет? Так, сука, не успели. Ладно. Угу. Ебать ты быстрая. Я монеты тогда быстрее собирал, чем ты, блядь. Выкаблучиваешься. Все, когда нам уже... Опять этот бобик ебаный! Ты что тут забыл, сука? Ты мне и так уже яйцо одно красивое разъебал. Надеюсь, я туда вернусь и... Или встречу его хотя бы еще раз. Опять. Да что тут за... Битва, нахуй, титанов каких-то, блядь. Наконец-то! Привет, блядь! Чурбан, нахуй. Это зачем тебе слюнявчик? Ты чё, ешь что-то, кроме червей? Пиздец, блядь. Надо же задуматься, нахуй. Разодеть их так, блядь. Мне интересно, где на них одежду эту покупали, блядь. Разработчики, вы зачем курите, дурь? Мне же в это играть, а не вам, блядь. Ну, они тестируют свои игры, конечно.
Я думаю, некоторые миссии они нахуй даже сами проходить не стали. Как, например, с этой торговщицей, блядь. Ай, сука, опять не успел, блядь. Опять смотреть, как он хочет меня ударить. Ебать, его попытки тщетны будут всегда. Потому что, нахуй, меня ударить никто тут не смеет, блядь. У вас есть на это право меня бить? Нету. И не будет. Поэтому, блядь, лучше успокойтесь, нахуй. Угу, пойдемте сразу туда. Где путь откроется, там и пойдем. Так меньше придется голову ломать, блядь. Типа, а где же еще одна цыплячья ебала, блядь? Так, в пизду этих. Они и так мне яйцо разъебали. Я не хочу остаться ни с чем. Так, если будут на пути попадаться, тогда задавим. Так, вот тут, собственно, видимо, надо будет тронуть, блядь. А! Нихуя он нацеливается. Да ебать, ты уже... Че у него за станы, блядь, какие-то странные? Так, тут... Нет, это просто камни. Я думал, опять что-нибудь нахуй. Яйцо какое-нибудь, который Бобик потом... Ну быстрее, блядь. Ну охуенный баланс. Ебать. Мы так долго делали эту игру. Да вы, сука, я же говорю, они, походу, сами свои игры не проходят, блядь. Вот это, наверное, будет... Побыстрее, да, но легче же, чем эта здоровая хуйня. Давай, может, с ним ты выше прыгнешь. Точно, блядь, прям точь в точь. Так, там есть что? Нихуя. Ебать кнопок, блядь. Ну давай все нажмем. Оп. Освободили еще одного цыпленка, блядь. И она настолько жаждала уходить от меня, блядь, что даже мне не пришлось с ней лично разговаривать. Она просто, блядь, съебалась. Да. А где спасибо, блядь, где прочее? Думаешь, что, что потанцуешь со мной, и мне этого хватит? Нет. Неверный ответ, блядь. У-ху-ху! Калоша, блядь, я соскучился. Давай дружить. Ну ты сама, надеюсь, не догадываешься, почему я с тобой дружу. А не надо, нахуй тебе надо это знать. Я просто буду улыбаться тебе в лицо, блядь. А за спиной тырить твои запасы, блядь, с очень интересными веществами. О, и у всех тут какие-то шмотки, блядь. Прям у всех, блядь. У этого вон шарфик. У повелителя воды тоже шарфик, блядь. Вы что, заболели? Или у вас что, блядь? Озноб какой-нибудь, нахуй. Так, блядь. Вы, сука, бобики, блядь! Вы в деревне должны огороды охранять. Так, слышишь, это... Калоша, блядь. Ну-ка, ебани ему, нахуй. Он совсем обнаглел, блядь. Успокоиться не может, нахуй. Ой, блядь. Ой, пиздец. Умри нахуй уже! Дегенерат, блядь. Я просто в шоке, блядь. Как так можно? Еще? Да почему тут надо убивать врагов, чтобы открыть эту маленькую тварь? Да уж. Это очень плохо. Опять! И опять ты мне что-нибудь разобьешь, да, блядь? Нет. А теперь моя очередь бить. И бить тебя буду по еблу. На! Все, ты освобождена. Ой, блядь, опять этот странный цыпленок. Ну с лицом что-то не так. Ну чё, блядь, тут? Значит. Опять кто-то, блядь. Нет! Так чё ты ходишь, маленькая тварь, блядь? А, вот оно как. Я еще к ним лично должен подходить. Почему? Вот, наконец-то этот странный цыпленок, блядь, освобожден. Ну что ж, давайте подойдем к нему и скажем, что у него страшные глаза, блядь. Что он урод. Опять я к нему даже не подошел, блядь, оно уже. Ладно, вернемся на самую первую... Так, почему тут стрелка показывает? Нам в стену, нахуй, или что? Так. Давайте, блядь. Она заперли, нахуй! Пиздец. Все, нас теперь спасать надо, или что? Там внизу. Вот, мы сюда пойдем. Ебать, мы приплыли, блять, вот это срезы, я в шоке. Просто, не знаю, парк аттракционов, блять. Да игра, блять, веселая и, не, и нет одновременно. Так, подождите. Так. Значит. А куда нам надо, нахуй? Угу, пойдемте вот туда. Так, вот это вроде нас приведет, да, туда, когда нам надо. Пошли. У-у-у! Привет, черепаха. Я знаю, кто тут в этом яйце. Тут черепаха, которая увеличивается в размерах, блядь.
Это же не женщина, а мечта. И мы, конечно, ее вылупим. Мы будем наслаждаться местным проживанием. Извини, конечно, калоша фиолетовая. Но... То, что я проебал яйцо, привет, блядь. Сука, я соскучился и по тебе. Калоши, давай это, не ревнуй, я с тобой. Не только из-за дружбы, нахуй. Поэтому эти дела на втором плане. Так, блядь, нас никуда нихуя не пускают. Это обидно. Почему нас ограничивают в проходах? Это неправильно. Так, надо подумать. Куда нам надо, блядь? Так. Скорее всего, блядь. Ну, пошли туда. Вернемся туда, где мы начинали изначально. Только яйцо не проеби, мне очень интересно тупо. Что тут, блядь, и надеюсь, там что-то охуенное. Иначе я очень нервов много потратил на это яичко. А тёлку, кстати, я... Нахуя мне эта черепаха? Это просто баба. Как говорится, бабу не меняют на друзей. Хоть я и хотел это сделать, блядь, 5 минут назад. Ничего страшного. Дурак. Блять, ну как пословица. Ну забери ты его нахуй. Сука. Поставил, блять, называется. Ювелирно нахуй. Дурак не тот, кто отстаивает на своем мнении. Дураком можно называть того, кто свое мнение не меняет. Вот. Ну примерно так это и трактуется все. Так, надо это яйцо достать, блять. Как мы это делали? Оп. Блять, ну давай нормально, только... Оно не улетело нахуй. Вот! Теперь мы его спокойненько заберем, нажмем на кнопку и пойдем дальше. Так, блять. Сука, сколько проходов, я того урод ебал. Пошли сюда. Так, надо все сделать аккуратненько. Цыпленок! Вон, блять! Ты что думал, я такой тупой? Кто, блядь, так кнопки гениально прячет, нахуй? Светится, блять, как не знаю что. Не надо, блядь. Ты чё, я чуть не улетел вообще нахуй куда-нибудь. В ад, блядь, я не хочу, у меня там нет друзей, родственников, блядь. Так, яичко, оно исчезнет, если я его не потрогаю. Да, блядь, мне вообще сейчас не до тебя, маленькая тварина. Так. А может быстренько его вылупить, да, блядь. Отцепиться уже от этой ноши. Да, скорее всего, так будет лучше. Давай, вот, точно, давай смотреть, что тут. Так. О, ебать, привет, ты какой красивый, нахуй. О, а ну, что делать? Ой, блядь, у меня своя лошадь, нахуй. Теперь это ведьмак, блядь, я по-любому. А что он делает? Нихуя он, ебать. Нет, залезь, что он умеет еще-то, блядь. Покажи мне, и тогда я отъебусь. Да нахуй ты слезаешь. Что он делает? Нихуя он не делает, блядь. Ну и в пизду тебя, лошадь, блядь. Так. А нихуя, тут нет яиц, мне придется опять назад ебашить. Ну пошли. Возьмем это. Так, сейчас. Так, еще 4 цыпленка. Вот где они могут быть? Тебя можно отпиздануть? Давайте убьем, блядь. Нет, нет, все-таки так неправильно. Не могу я так. Это неправильно. Его должны убить кто-то, но не я. Потому что я его породил. Я его не убью. А нахуй надо? О, как красиво-то, блядь, с первого раза. А ну, полезли. Стой, стой, сука, блядь, куда ты? Здесь там есть яйцо. Ебать, как так... А нету тут нихуя. Так пройдем. А нихуя мы так не пройдем, сука! Подвези меня, братишка, блядь. Такси можно, нахуй? Вот он, привет. Самый лучший сервис. Слезай теперь. Самый лучший сервис. Он еще что-то делает, блядь. Но, к сожалению, ты мне не нужен пока что. Охуенно. Вот мы, да, блядь, динозавра какого-то вырастили. Так, там надо катнуть очень аккуратно, блядь. Потому что яйцо нахуй укатывается. И как нам потом... Катани его, катани. О, прям шедеврально. Я по-любому уверен, что оно не укатится нахуй куда подальше. Поэтому, ой, блядь, если ты упадешь, сука, это будет очень плохо. Тихо, поворачиваем камеру и идем. Оп, как мы делали в нескольких прошлых сериях. И нажмем на кнопку. Еще 4 штуки, блядь. 50% оставшегося. Давайте быстрее найдем, может будет что-нибудь поинтереснее. Так. Угу. Ага, блядь, вот оно как.
Тут надо прыгнуть или не надо? Блять, а почему эта кнопка такая странная, раз не надо что-то делать особенное? Привет, блять. Уёбывай отсюда нахуй! Это моя территория, блять. И не думайте, что я вас спасаю, я вас выгоняю отсюда. Учтите. Так. Теперь мы тут, значит. Так этого быстро убить надо. Ну еба! Сука! Блять, еще три штуки. Так, тут есть яйца? Нету. Конечно, тут нету. Что тут может быть? Это урод, блять, нахуй, наоборот, блять. Это не честно. А я забыл, блять, как я умер-то, нахуй. Я забыл реально, блять, нихуя себе. Надо потише кричать, блять, а то у меня реально какие-то приступы амнезии, блять. Так, вроде как красиво катанул. Но надо все-таки быстрее ебашить. На перегонки с этим яйцом. Потому что иначе оно может укатиться. Нет. Ты мое яичко. Не надо никуда выкатываться. Так, тут лучше не закатапультировать себя, иначе мы улетим. Блять. Я все забываю нахуй. У меня бывают провалы в памяти просто моментальные, блять. Так, теперь вот сюда вот. Ага. Так, а, я вот эту гниду бил и упал, блядь, сука, Бобик. Опять он меня подставляет. Пиздец, блядь, что за существа такие, нахуй, да хуя хитрые. Так, вот, лесенка, по-любому там еще один цыпленок. Нам нужно найти их всех. А нет, тут только яичко. А там что? Что там? А, там ничего нет. Ну, яичко, кстати, новое, хоть оно какое-то... Стоп! Блядь! Вот яичко какое-то... Ой, стой, нахуй. Почему тут нет этих перил? Даже в самой бичевской школе есть перила. Так, надо напомнить. А тут вот нету. Вот раз я и упал как раз. А кто будет отвечать за этот несчастный случай? Тихо! Никто не будет за это отвечать. Потому что им нахуй не надо. Они скажут, ты дурак, блядь. Надо смотреть под ноги. А как я буду смотреть под ноги, если камера вокруг меня? Луна, блядь, вокруг. Билли, мы тебя сделаем самым отмороженным пидором. Да нахуй мне твой цыпленок. Ну-ка одень эту шапку. Ей, блядь, чему ты радуешься? Ебать. Теперь он такой, сука, модный нахуй. Теперь он может участвовать, блядь, не знаю, на выборах нахуй. Вот я знаю толк в моде, теперь, если я стану президентом, я выпущу, сука, тренд, блядь. Чтобы вам всем нравилось. И плевать, что это будет нравиться никому нахуй. Ровным числом, блядь. Так, еще два. А что дает эта шапка, блядь? Что они вообще дают? Полуимитатор-то ясно делает. Даже не шапка, нихуя. Да она ее так хитро подмаскировала. Так, на... А, я понял, где оставшиеся два, блядь. Это вон наверх, где мы пиздили головы эти, блядь. Скелетные. Вот нам туда и надо. Да, я ведь прав? Так, этих всех убьем, блядь. Потому что мало ли что-нибудь откроется. Так, блядь. Ну, сука, блядь, бобики, почему вас так много на этом уровне? Ой, блядь. Ты, блядь, давай свой пыл охлади. Хочешь, я тебе мяско дам? Нет, он меня хочет. А не охуел ли ты часом? Ага, вот, блядь, я же говорил, что-то открылось. А где оно? А где оно, блядь? Где эта маленькая цыплятина? Так, ладно, похуй, полезли тут. Может, она как раз-таки наверху. Вот она! Привет. Так, и последний. А где же последний? Я не знаю, блядь, давайте оглядываться. Нету нихуя. Ладно, пошли тут, блядь. И куда нам? А где последняя-то залупа эта маленькая? Вон что-то там, блядь, есть. Или мы оттуда начали? Скорее всего, мы оттуда начали, поэтому пошли тут. Нет, блядь, не сюда нам. Стой, блядь, не надо себя никуда отправлять. Куда нам дальше? Ебать. Может, динозавра активирует, он нам поможет как-нибудь. Сука, я потерялся, блядь. Это страшнее всего, нахуй. И последний остался. А где он? Пиздец, блядь, а где он? Я не знаю, нахуй. Короче, поставлю на паузу, буду искать эту ебучую суку, блядь. Надо будет, пойду в уголовный розыск, но, сука, найду эту тварь. Вот, блядь, я залез, короче, вот тут. И тут есть какая-то лестница.
И мы залезем. Вот он, привет! А где яйца? А, вот в чем прикол этих кнопок. На них можно так нажать. Привет, блядь. Этих. Зефировый мальчик из охотников на привидения, блядь. Все нахуй, наконец-то мы пройдем этот ебаный уровень. Куда нам теперь? Надеюсь, не упаду нихуя. Нет, зачем нам падать? Мы все сделали красиво, блядь. Теперь надо найти эту эмблему. Где она? А где эмблема, блядь? Почему я такой дурачок не посмотрел, где она? Ладно, я примерно знаю, где. Догадываюсь, точнее. И сейчас мы туда пойдем. Сейчас, сейчас. Она там. Вон она! Давай! Тихо, не падай, сука. Мне дорого стоило, блядь, этот уровень проходить. Я их ненавижу, блядь, я об этом говорил. Оп! Ха-ха-ха! Сзади, блядь! Сука! Такая здоровая тварь. Да-да, нихуя ты, чё с тобой, блядь? Шапка, ты чё? Что она даёт, блядь? Почему ты раскрашиваешься, нахуй? Радиоактивный мальчик. Так, на 4 ебанули, красавчики. Угу, 19, скоро будет 20, и опять будет ебучая годовщина. Мы это отпразднуем? Так. Опять, блядь, я думал, сука, закончили. Нихуя! Нихуя мы не закончили, блядь. Так. Блять, ебать, я как петух, блять, с утра закукарекал, нахуй. Ты чё, тоже, блять, торгуешься, нахуй? Ну-ка, сколько собрала? Получила эмблему? Это же бабы, они любят посплетничать, попиздеть. Ну и с этой, наверное, язык найдем, да? Да ёбаный рот, блять, сколько вас, нахуй, ко мне подходит, и все вы, сука, под супергероев косите, ебать. Ладно, на этой локации я тоже проебалась, блять. Поможешь мне, я дам тебе косметику. Не хочешь? Ладно. Нет, я дам тебе 3 помады. Это будет достаточно? Давай за 2 минуты, короче, ебани. Так, сейчас придумаю, нахуй. 40, нахуй, так же. Твой дружок, блядь, это сделал, и ты сделаешь, маленькая ты шваль, блядь. Ну что, готова, нахуй? 3, 2, поехали, блядь! Так, сука, быстрее. Ебать их тут расставляли. Они-то это делали так, блядь. Быстренько. Фу, блядь, это я быстренько собираю, а они-то. Так, хуя способ нашел, да? Так, тихо, блядь. Вот. Так, нам 40 надо. Ничего, мы успеем. Блядь, ну на кнопки бы еще научиться нажимать. О. Разработчики-то расставляли эти эмблемы хитро, блядь. Они их расставляли долго, так думали, блядь. А как же сделать так охуенно? А мы их собираем, блядь, за всего 2 минуты. Может быть, разработчики сутками там их расставляли, блядь. Прикол в том, что... Ну, блядь, ну камеры, нахуй ты ворочишься. Еще одна. У этих лицемерных, блядь, высокомерных эмблемок есть польза. Типа не придется далеко бегать, хоть и нажать 10 раз. Но все-таки это целых 5. Это достаточно. Ах, вот оно, блядь, как. Вот, я знаю, как тут надо. Потому что собираем-то мы не яйцом. Так, эту захватить надо. Хуйня. Собираем мы не яйцом, значит. А своим ебалом. Поэтому я сразу догадался, как там надо. Нихуя. Так. Ага, блядь, не помешайте мне только. Ебать, вы тут их насовали. У меня тут миссия, нахуй, горит. Так, сразу туда, блядь. Бежим просто, куда глаза глядят. Так, тут 4. Неплохо. Альтернатива красной монете. Так, пока тушки. 37, 38, 39. У-у-у! Выиграли, блядь. А мы молодцы. Что, где мы могли проебаться? Мы молодцы, блядь. И еще одну нахуй, потому что я просто пиздат. Она увидит, что я даже одну себе оставлю. Привет, я собрала. Ого! Так, подождите. Так вот, ну-ка. Ты все-таки их собрала. Молодец. А то я уже старая, блядь, я все просыпаю. Все, что не попадет мне в руки, все на полу, нахуй. Ладно.
но не дам я тебе этой помады на вот эту штуку. А девочки чё? А девочки, они не обижаются. Фу, они, точнее, не моросят, они просто обижаются молча и уходят плакать. Вот, собственно. Теперь вон там курицы вдвоем разговаривают, собственно. Так вот. На этом ролик закончим. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч. И пока. Спасибо, что смотрите мои ролики.